Так, вот этот матч, который не был номинирован, и мы смотрим с вами, вообще не знаю, как назвать эту игру, игру ужаса, я так думаю, что это будет. Сан Саныч, защитник глухой, в смысле, не то, что он плохо слышит, хотя он и плохо слышит, и плохо видит, а второй защитник глухой, это Игорь Наждак, играет, как вы видели, деревянной ракеткой, дефовской, да плюс на ней мелкая-мелкая двухсоточка, наждачная бумага наклеена. Поэтому классический пинг-понг против классического настольного тенниса, но защитник на защитника ужас и мрак. Так, вот, 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 бьет, 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 бьет. Приятный звук. 1-0. Блин, улетел, ветер дает, да? Я думаю, Серега так не попадает, улетел. Ребро попал, ребро, да. 1-1, сваливается. Вы проиграли, изо рта там мучать не надо. Нет, ну это он это непроизвольное действие. Да, да. Но он забил очко тебе, Сан Саныч. Счет какой? 1-2. Да, да, во время розыгрыша не разговариваем. Почему? 1-1 был, Сан Саныч. 1-1. Правильно, 1-2. На подачах, Игорь. Игорь, счет. 8-6. 2-2. Да ё-моё. 9-6. Эдуард, привет. 3-2. Страшное дело, как будет остальное играть с Наждаком, я не представляю. Саныч, он еле управляется. 2-4. 2-4 направо. Страшная игра. Страшная. Да ё, куда же я его? Партия. Первый сет выиграл. Сейчас 2-4 на подачах, Игорь. Саныч, готов? Хорошо, смотрите, смотрите, сами смотрите. Зарезал. Но не долетает, бесполезно. 3-4. Ветер будет сегодня весь день, так что учитывайте, корректируйте, смотрите. Три-четыре. Над столом не подаем. Пять-три. Не представляю, как будут с ним играть классики. Вот видите, господин Игорь, перелететь должен, да? 5-3. 2-4. 6-3. Блин. 3-7.
4-7. Сейчас при этом гасе у него двойное касание по ракетке было. Ну и... 4-7. Семь пять. Восемь пять. Спасибо. Пожалуйста. Четыре восемь. Шесть восемь. Восемь четыре. Шесть восемь. Семь восемь. Сложнейшая, конечно, эта игра. С ждаком очень и очень тяжело. Сейчас отбивал, а ветер зайдет сюда, отбивал, и он упал сюда. Семь восемь. Девять семь. Здравствуйте. Девять восемь. Саныч занервничал, шарик не держал. 9-8. 8-10. С Максимом. 8-10. Первый сет Саныч перекидал Игоря. Сторонами будем меняться? Как вы, Сан Саныч? Да, меняться будем, потому что там солнце, а Саныч против солнца играет в два раза сильнее. Готовы? Готов, как Гагарин и Титов. Пробил сетку и по столу попал. 1-0. Ох, штангу. 0-2. Ноль три. Ноль три. Три один. Четыре один. Перелетел. 1-5. 1-5. Не перелетел. 1-6. 1-6. 4.
первая майка. Один, шесть. Все творится. Введите пароль, все правда. Записочку достань нашу с тобой. Не, ну достань записку, мне же посмотреть надо. Шесть, два. Семь, два. И наоборот, там. Семь, два. Вон пароль, видишь? Вот нужно вводить вот шесть цифр этих. Ты вот эти шесть цифр вводишь? Вот надо ввести шесть цифр. Вводил и нифига не вижу. Ну, сейчас я введу. Вот, вот зараза такая. Давай, открой. Нажимай. На что? Ну, ввести где. А. Продолжим. Спасибо. Ну, все, все ввести. Ух ты, здорово. В настоящее время можете здесь пароль, у вас больше нет попыток. Ну я видел неправильно. Хорошо. Видео, на, подтверждай личности. Нажимай сбоку пальцы. Как-то. Сбоку? Ну, да, да, прикладывай. Ну. Вводите здесь, создать новый пароль. Так. Перейди цифру в обратном порядке, Теренбери. Вот, вот в обратном порядке. 0-0-9-4-6-6. В обратном порядке, да? Да. Набирай. Набирай. И покажи, что ты точно набрал. В обратном порядке, да, 0-0? Да. Какой счет? Да, 9. 9, 4. 9. 4. 4. 17. 6, 6. 6, 8, 3. Слабо, смотри. Можно так. Не должен ни одной буквы содержать. Сейчас. Да, ну сейчас. Значит. У меня то же самое. У меня то же самое. Ну вот, 3 секунды. То есть сделаем так, английский тогда. Первый будет буква Б. Б. А теперь набирай вот в этом же порядке, как обычно, набирай 6-6-4-9-2-0. Только первая маленькая Б английская. Б. Б английская. Я уже написал Б. Да, пиши дальше. 6-6, да? 6-6-4-9-0-0. У вас больше, у вас больше. 11-18. Да, подожди, дай я сейчас, да сниму, и мы сейчас с тобой все сделаем. Это у меня... Какой счет? 7-6. Больше, 7-6, господин. 7, это, да, на подачах, Игорь, 7-6. 11-4. Вот, я же говорил. Конечно. Первый сет Саныч выиграл, мы помним. Второй сет 7-6, Игорь впереди. Ветер небольшой, но для них очень важно. Играет тонко, не силовая у них игра, перекидывают. Боятся порывов. 7-6. Давай, короче. Да блин, а что такое? Опять такое. За столом, да, отходим чуть-чуть. Не положил. Увидел уголочек, но не положил. 6-8 направо, Саныч подает. Семь, восемь. Семь, восемь. Да,
8-8. Саныч искренне радуется, потому что очень тяжело ему играть против Игоря. 8-8. 10-8. Сетку, вы что, не видели? А перекинул ты? Да. А, ну в смысле попал на стол? 9-8. Какой стол? 3 в сетку. А, 10-9. 10-8. 8-8, 3 в сетку. Три разве или два было? Игорь, два раза или три? Я подал, и два гаса в сетку и упал. 7-5. Ну, то есть ты считаешь, что один с очков. 14. Игорь. Все, хорошо. Значит, Сан Саныч насчитал 11, я 10. Верим, Сан Саныч, он не обманет. Никогда. Все, молодцы. 2-0 по сетам выиграл Сан Саныч. Дальше будет... Чуть-чуть не хваталось. Ничего страшного. Ты угрозу представляешь для всех остальных. В финале, наверное.